С вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием A Head in Head. Hit. Head in Hit, да. Так, что у нас, короче, с вами есть? У нас еще облачная локация полностью не исследована. И ну, вон последняя наверху уже, финалка. Поэтому мы отправляемся к древу. Смотрим, что у меня тут вообще по... Ваш контракт истекает. Ну, мне еще временной разлом нужно найти. Он где-то в районе болот. Не знаю, нужно было это брать или нет, но через это отправимся с вами. Так, неважно. Ага, это карты. Просто шляпка, заморажишься, взрывчатка и фантомическая шляпа. Так, осталось понять, в какую мне сторону двигаться. Ау. Я буду вспоминать локации, подождите. Так, разлом находится где-то хер знает где, на каком-то здании. Так, надеюсь, она не активируется. Так, магнит стоит. Хотя это есть, скорее всего, оно и есть. Да, это оно и есть. Ладно, просто пойти. Временной разлом деревни. В чем подвох? А, просто успевать. Чекпоинт.
пока что ничего сложного. Стоп, я уже вообще дошел до финиша. Легенький разлом. Не буду отрицать. Черный пирог. Черничный пирог. Флаг Украины. Черничный пирог. Да. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну... Такое. Если честно. Так, какое мне там было? Капитан Морей, вдова милая и смертоносная. Ну что, мне такая остается финал этой главы. Лес подсознания. Акт 6. Ваш контракт истек. Стоп, это же место, где мы 100 летом дрались. Разве нет? Подожди, идите. Помнишь, как лопнула голова старого слуги? Это было не совпадением. Она лопнула в тот момент, когда он перестал быть мне полезен. И угадай, кто еще только что стал бесполезным? Все верно, ты. Раз теперь это одерживает признаками сортир, меня больше не беспокоит, а все твои контракты закончились, ты мне больше не нужна. К тому же, ты ведь не думала, что я позволю тебе оставить себе все эти осколки времени, верно? Они упали в мой лес, дети, и они принадлежат мне. Он шляпку мою украл. Теперь пора увидеть, на что я действительно способен, дети. Пора прощаться со своей головой. О, суп, у меня шляпок нету. Наверное, ты ждешь, когда я стану синим, верно? Прости, малышка, синим мне не идет. И я полагаю, что это делает меня неуязвимым, а? Как жаль. Давай попробую это. Недостаточно. Давай попробуем 1000. Слишком много? Давай попробуем одну. Стой, подожди. Она точно? Давай еще шанс. Это немного робом, тебе не кажется? Монеть? Музыкальная. Вот как ты выглядишь, ты тупица.
Так, он стал синим. Ты только что окрасила меня в синим. Синий моей же атакой? Это не считается, верно? Это ведь точно не считается. Типа, поняли, он ломает стену, то, что мы могли атаковать боссов, когда они были синие. А он, типа, не любит синий. С меня хватит. Пора умирать. Что? Че так жестко? Нихера. Он действительно сильный противник. Он сильный противник. Почему? Как он меня попал? Я не успел убежать. Окей. Не в ту сторону, не в ту сторону, не в ту сторону! Что мне было в этот момент делать? Я просто не понимаю, что мне нужно делать, когда он вот это атакует. Все, я врубился. Он подмигивает мне, когда атакует. Правый класс. В смысле, все? А типа других фаз не будет? Я чувствую себя таким слабым. Пожалуйста. Прояви милосердие. Пожалуйста. Пожалуйста, Скримак. Все эти осколки времени приземлились в моем лесу. Это моя собственность. Так, давай заключим сделку, юная леди. Ты убираешься из моего леса, и мы никогда больше друг друга не видим. Как тебе такое предложение? Не нравится? Как жаль. Здесь у тебя нет выбора. Слушай, я сделал все проще для тебя. Теперь осталась только подпись. Контракт, исчезни, просто исчезни. Get out. Get out! Ничего еще. Тогда данный участник леса
Так, буду доступны. Ничего исчезнет. Stay and have the fun. Тебе должно быть весело. Be nice. Очень хорошо. Все. Остановись. Или останься. Ты мой лучший друг. Ты ведь понимаешь, что контракты работают не так, верно? Я даю тебе шанс. Провалить, дитя. В этот раз никаких уловок и хитростей. Что? Если я верну тебе душу, тогда ты уйдешь? Вы вернули свою душу. Вы чувствуете прилив сил, энергии и обычное количество пустоты? Да? Нет? Эй! Ты здесь? Почему ты ничего не говоришь? А, ты выдающаяся личность. Сложный соперник. Ладно. Я подслащу условия сделки для тебя. Держи. Забирай мой последний осколок времени. Если я после этого увижу тебя в своем лесу, я очень сильно расстроюсь. А что, серьезно, это вся была битва с боссом? Тогда она легкая. Я думал, она намного, ну, намного сложнее будет. Она... Битва с боссом была легче остальных. Типа, очень динамическая, но... Легкая. Типа, знаете, я ожидал то, что босс будет сильный. То есть во всех других, да, типа он жесткий, типа херячит. А фас у него-то нету. Поэтому фиг нас. Фиг его на самом деле. По факту, я могу пойти сразу к финальному боссу. И все, но у нас тогда целая глава пропадет. А я не хочу, чтобы у нас главы пропадали. Единственное, что я сейчас могу сделать, это вот так. Так, питание было восстановлено в локации Чердак. Глава «Конец времени» теперь доступна. Ну, по факту, да, я могу туда попасть, но я не вижу от этого пока что смысла. Подожди. Погнали тогда сюда, в эту локацию. Еще полностью не изученную. Подожди, что появилось? А-а-а, совершенно новая глава. Арктический круиз. Новый режим «Жажда смерти». Закрыть. Это DLC. Нам пока туда еще рано, подожди. А, shift. Так, значит, здесь еще, возможно, иные, да?
Совпадает. Вы определенные реликвии. Так, получил разлом халявный. Трехцветный набор для граффити. Они созданы для вандализма. Определенно, даже я чувствую вынужденный взять их и рисовать на всем. Я могу сделать вывод, что этот набор для вандализма должен быть противозаконным. Это делает реликвию более редкой, если бы только упаковка не была такой. Только монстр стал бы открывать упаковку. Погнали в этот разлом. Лаборатория. В чем сложность? А, эти птицы очень агрессивные стали. Черта. Ну, типа, если их убивать, тогда да. Просто что мне мешает стоять в... Вот и все. Типа, было бы сложно, если бы убить нельзя было бы. Тогда да. Было бы сложно. Довольно сложно. Натуре. Птица для печенья. Не хочу, ну, раскраски не очень на самом деле. Если будет красная раскраска, тогда да, можно будет посмотреть. Так они все одинаковые. Так, все, я на месте. Тревожная кнопка. На тот случай, когда срочно нужно на что-то нажать. Ну а поблизости нету других кнопок. Ну что, давайте посмотрим, сколько у нас тут всего. Так, свободный проход. Временной разлом фиолетовый. Где-то в районе сена, водопадов. Ладно, давайте я на этом, думаю, закончу, потому что я смотрю, тут что-то будет здоровое. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.